если мне память не изменяет, Сергей, в 2004 году, по-моему, на этой сцене прошел авторский вечер, да, Сергея Иванова. Вы, любители джаза, могут помнить еще одну интересную программу с участием Сергея Иванова, когда он выступал вместе с камерным оркестром «Виола». И это было очень интересное сочетание камерного состава и джазовой музыки. И сегодня Сергей Иванов – это и музыкант, и педагог, и композитор, и аранжировщик. Он является автором нотного сборника «Джаз и не только», ну, а также многих других произведений, которые не вошли в этот сборник. И некоторые из этих произведений вы услышите сегодня. То есть сейчас будет блок авторской музыки Сергея Иванова. Ну, две пьесы для начала. «Strange Song» — такая странная песня. Ну, просто не очень странная, но так автор назвал ее. А вторая тема называется «Снова Нью-Йорк», значит, «Смех в Нью-Йорке». Почему так? Дело в том, что Сергей, как и многие джазовые музыканты, как перелетная птица, сегодня здесь, завтра, да? И джазовый музыкант обычно это человек мира. Вот и Сергей был и в Арктике, и в Антарктике, и в Соединенных Штатах, и на Аляске. И вот когда впервые попал в Нью-Йорк и увидел заснеженный корабль, да, вот это было такое сильное эмоциональное впечатление, что он написал эту тему. Итак, две темы. «Странная песня» и «Снег в Нью-Йорке». Сергей Иванов, «Трио».